При подготовке сознания человека к переходу на новые вибрации тонкого плана необходимо понимать, что основной категорией или характеристикой пространства, принятой людьми, является энергия, ибо она лучше всего подходит к описанию законов плотного плана. К описанию тонких планов, о приближении которых, или лучше сказать, о приближении к которым уже твердят все средства массовой информации, имеющиеся в материальном мире, понятие «энергия» может быть применено, но уже с большими оговорками. Но отвечать за подготовку сознания маленького человека будут, конечно, не средства массовой информации, а те люди, а точнее те воины света, которым было доверено стать первыми среди равных и взять на себя ответственность за последний миг человека планеты Земля. Поэтому очень важно разобраться, хотя бы в общих чертах, в строении матрицы пространства, а значит понять устройство великого космоса, в глубинах которого формируется то новое, что очень скоро достигнет всех периферийных участков Вселенной, включая то место, которое называется Солнечной системой. Поэтому, не усложняя картину строения матрицы пространства, хочу обратить внимание людей на то, что все в этом пространстве есть переплетение встречных волновых потоков, энергии, которые проясняют суть происходящего в плотном плане, в том плане, где людям, как частицам божественного плана, дана не только энергия, но и координата времени и векторы направления перемещения. Но, как многие люди знают или просто догадываются, о том, что для Творца не может быть координаты времени, связанные и очень плотно с понятием конечного времени. Есть лишь понятие «информация». А безвременье позволяет рассматривать происходящее событие, по-вашему, вчера, сегодня и завтра, как события, происходящие сегодня и сейчас. И это только в вашем плотном плане есть несколько состояний вещества, которые люди именуют твердым, жидким и газообразным, добавляя к ним понятие вакуума, пытаясь его помощью хоть как-то объяснить эволюцию космического пространства, не подчиняющуюся законам материального мира. Но людям, за исключением отдельных ученых, пока неведомо, что и вакуум, в свою очередь, следует рассматривать как многомерное пространство, в котором имеет место первичный вакуум и абсолютный вакуум, или абсолютное ничто. То самое начало начал, с которого началось формирование того мира, который и есть голограмма объективной реальности. Той реальности, которую человек воспринимает как плотный план. Я понимаю, что все эти вопросы начала начал, а также вопросы передачи информации – волнуют не только ученых в области фундаментальных наук. Ибо в настоящее время все люди, которых волнует тема перехода на новые вибрации, монады Творца, должны понимать и принимать не только наличие и структуру встречных волновых потоков, которые имеют место в плотном плане, но и информационных потоков космического вакуума, торсионных полей. И только эти потоки и характеризуют тонкие планы, мир Творца, в котором нет понятия времени, а есть лишь информация, передаваемая во Вселенной мгновенно, во все уголки пространства горнего мира. Еще раз повторяю, что для меня, вашего Творца, не существует понятия времени и происходящее событие по человеческим понятиям вчера, сегодня, завтра, для меня есть сейчас. Посмотрите на тексты откровений и тексты посланий вознесенных владык, и вы увидите, что все произошедшее в плотном плане за несколько лет есть происходящее в вечности сегодня и сейчас. Поэтому соответствующим образом отнеситесь к координате времени плотного плана. Ведь она дана только для людей и только на период эволюции их сознания. Время дано человеку, а точнее его проявленному плану, для прохождения школы мудрости – и понимание процессов превращения вещества из твердого состояния в газообразное, подготавливая тем самым его сознание к пониманию абсолютного вакуума и принятию пространства уже как информационного. Информационное пространство есть пространство существования людей света, готовых перейти в новую матрицу и быть проводниками света. Сегодня еще можно говорить об энергиях плотного плана. Но с приближением квантового скачка людям придется осваивать понятие
информационное поле или информация, которая без потерь передается на любые расстояния мгновенно. В этом как раз и заключается процесс адаптации человека к монадам Творца. Не торопитесь бросаться в омут тонких полей. Они будут проявляться постепенно. Людям будет дано время на личную адаптацию. Начинайте думать о том, что творящее начало начал есть прежде всего проявление свободной воли творящего, осознающего в этот момент и только в этом случае себя Творцом. Поэтому и в плотном плане, школе мудрости, ничто не может произойти без проявления воли. Поэтому началом преображения пространства может быть только промысел человека, сконцентрировавшего свою волю на творении нового пространства, на формировании самого себя, как единой божественной частицы, осознающей не только свое происхождение, но и важность своего промысла, промысла Творца в тонких мирах. Поэтому промысел или мыслеобразы есть не только энергия творения кластеров высшего порядка, но еще и информация, которая должна формировать образы будущего для человека. А это и есть промысел Бога. Поэтому, формируя представление о новом мире на тонком плане, в пространстве астрала, люди просто обязаны мыслить категориями информационных полей. Поверьте мне, вся уникальность людей заключается в том, что люди, как фрактальное подобие Творцу, уже могут мыслить категориями информационных полей. И в этом случае нет никакой необходимости обмениваться категориями энергий. Достаточно передавать информацию на уровне подсознания сотворца. Поэтому под словом «адаптация» я понимаю не только принятие знаний из откровений, но и понимание структуры матрицы пространства, что позволяет концентрировать и передавать информацию, мыслеобразы, формируя в том числе и все проявления материи плотного плана. Людям очень скоро придется иметь дело одновременно с категориями плотного и тонкого планов. И достаточно долго. И хотя этот переходный этап наступит не завтра, люди уже формируют эту информацию в дни всеобщего молебна. Люди, сами того не осознавая, уже создают информационные потоки, которые, в свою очередь, начинают одновременно изменять не только плотные, но и тонкие миры, неся только информацию о желании и воле перестроить этот мир по подобию Царства Божьего на земле, выстроить ту матрицу, в которой главнейшей доминантой должна быть перволюбовь. Поэтому я настоятельно рекомендую людям в момент формирования единого посыла на духовное единение передавать информацию о том пространстве Святой Руси, которое люди хотели бы видеть завтра, ибо каждая мыслеформа все равно будет материализована. Информация сознания людей является голограммой того мира, который уже сегодня формируется в их сознании. Поэтому о чем человек думает, то он и имеет в виде проявленного плана. Поймите, я стараюсь поднять уровень вашего сознания до высоты сопричастности той информации, которая должна быть проявлена в соответствии со вселенской программой преображения пространства. Иными словами, я приближаю ваше сознание к уровню Творца, на котором информация абсолютного вакуума передается мгновенно. Люди сегодня проходят не только школу мудрости, результатом выпускных экзаменов, который должен стать мир без дуальности. Они проходят еще и великую школу сотворчества, в которой основой являются уже информационные потоки или торсионные поля. Поверьте мне, сейчас люди подошли к той границе, за которой уже не может быть координаты времени, а могут быть только информационные потоки, воспринимаемые людьми пока только как мыслеобразы плотного плана.